Строительная фирма «Алза» переживает не лучшие времена. В арбитражном суде Чувашии рассматривается дело о банкротстве компании. А сегодня стало известно, что ее руководитель задержан правоохранительными органами. Руководителю общества с ограниченной ответственностью «Алза» предъявлено обвинение в пособничестве в растрате в особо крупном размере. Он был задержан следователем и с учетом того, что обвиняемый свою вину признал и согласился на сотрудничество со следствием, в отношении него избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы, а именно в виде домашнего ареста.